В Красноярском крае вновь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего пассажирского автобуса. Авария случилась в Ачинском районе на 651-м километре трассы М-53. Столкнулись рейсовый автобус номер 672 Красноярск-Преображенская и бензовоз. По предварительным данным, с управлением на мокрой от дождя дороге не справился водитель бензовоза. По касательной он задел прицепом встречный пассажирский автобус. Предполагаемый виновник аварии уже дал показания автоинспектора. А вот его разговор с нашей съемочной группой оказался немногословным. Из-за дождя скользко было. И ударил автоинспектор на автобус, что ли? Да. В момент ДТП в салоне автобуса находились 17 человек. Несколько пассажиров получили легкие ранения, врачи оказали им первую помощь и отпустили. Еще двух пострадавших, в их числе ребенок, медики госпитализировали. Тем временем автоинспекторы продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия. В Ачинске был сильнейший дождь, замечательная дорога объездная. Водитель бензовоза на повороте его занесло, и он по касательной встретился с автобусом. Автобус получил повреждение, ушел в кювет. Надо отдать должное водителю. Успел выровнять автобус, не дал ему перевернуться. 5 человек обратились за помощью. Им оказана помощь амбулаторно. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок в состоянии средней тяжести находится в детской больнице. Автобус – это частная фирма Назаровская. Ехал из Назарова в Красноярск. Сейчас перевозчик должен отправить еще один автобус. И пассажиры должны уехать по маршруту.